Всем салют, вы на канале FIFA Time, и сегодня у нас продолжение карьеры за Киевское Динамо. Второй выпуск, чуваки. Вы набрали то количество лайков, которое я вас просил, и поэтому мы незамедлительно продолжаем карьеру за Киевское Динамо. И, конечно же, ребят, хотел бы поблагодарить каждого, кто оставляет комментарии. Особенно хотел бы передать привет вот этим вот парням. Раз, два, три. Спасибо огромное, мужики, за такие шикарные комментарии. Вот, честно, от души. С некоторых угораю, просто шикарно. И, ребят, обязательно подпишитесь на канал, кто еще не подписан. У нас сейчас идет, как вы знаете, челлендж. Мы до 15 числа этого месяца набираем 4500 подписчиков. Если же успеваем набрать до 15 числа, а это 9 дней еще, то у нас будет 5-часовой стрим, как я обещал. Ну, я сказал, я обязательно сделаю, мужики. Поэтому, если ты еще не подписан, обязательно подпишись на канал, поставь Лукас. И, в принципе, на этом, наверное, все. Всем приятного просмотра. Заваривайте чаек, мы начинаем. Итак, чуваки, начинаем мы с чего? Начинаем с того, что нам нужно выставить на трансфер игроков, которые нам не нужны. Ну, у нас, по крайней мере, я помню единственного игрока, который нам не нужен, это Гармаш. На трансфер, уважаемый, до свидания. Остальные пусть будут пока месте. Я думаю, что кому-то применение мы по-любому найдем. Ротация нам тоже необходима будет. Итак, чуваки, вот это вот тройка, которая нам необходима. Эммануэль Деннис, это форвард, очень скоростной. В защиту Ампаду, перспективнейший центральный защитник, который буквально через сезон вышибет любого просто с этой позиции. Да и сейчас он готов играть, и я думаю, что он залетит к нам в команду идеально. И нам нужен центральный атакующий полузащитник, потому что у нас там тоже трабл с ним. Вот, а на это место у нас Доминик Зобозлай. Короче, будем его называть Домиником. Доминик. Все, вот. И вся математика. Вот, если мы сейчас сможем подписать их троих, будет идеальное усиление к полуфиналу. Давайте начинать. Итак, чуваки, мы подписали всех троих, кого планировали. Это очень шикарное усиление для нашей команды на данный момент. Вот приблизительно вот так вот сейчас будет выглядеть. Состав, пока мы не Ампаду не будем ставить. Вы хотите сохранить изменения? Пока мы с тем подумаем, основу выставлять не будем. Ну, рановато это. Итак, чуваки, полуфинальчик. Полуфинальчик у нас International Cup, European International Cup. Против Андерлехта играем. Матч реально будет тяжелый, 14 июля. Итак, ребят, 4 минуты, легендарный уровень сложности. Состав на ваших экранах. Настроение у нас, в принципе, плюс-минус хорошее. Физический состав сейчас реально нормально подкован, поэтому мы выходим на поле. Чуваки, очень тяжело было нам пройти до полуфинала, и сейчас нам нужно очень максимально хорошо настроиться на полуфинал. Играем на Сан-Сиро, минуточку, на Сан-Сиро полуфинал играем, полный стадион. Убрал-то как знатно. Держать, Караваев. Караваев, что это было? Вот это было и опасно, чуваки, это жесть. Буяльский, держи, Буяльский. Давай, включайся. Побороться. Выбить. Куда ж ты скидываешь? Да хитрит ты вот так, нехай. Ну, что это? Что это за скидки? Караваев. Знаешь, ты жмешь удар, выбить. Караваев отдает пас. Ай-яй-яй. Вот так, и решить. Да ёпсель-мопсель. Дениска, ты чё творишь-то, а? Как хорошо открылся, блин. Так хорошо прокинул, ну и тут опасненько, конечно. Ну, чуваки, что, первый тайм заканчивается, матч, ну, такое себе. Пропустили мы гол вообще, спасибо Караваеву. Хорошо, здесь убрать. Вот так, решить. Хорошо-то как открылся. Вот тут, опять, хорош, Денис, туда его, дебютный, блин, гол, чуваки, нашего форварда. Отлично открывается, это просто парень красавчик. Он просто феерически забивает, чуваки. Дебютный гол в дебютном поединке нашего Дениса. Как хотите его называйте, чуваки. Но это круто. Смотрите еще раз. Здесь идеально открывается. Он, смотри, подставляет корпус и пробивает. Хорош. И вратарь просто без шансов. И вот так. И вот он. И пас. Достать. Хорош. Какой розыгрыш, чуваки. Просто шикарно. Наши новички просто феерически сейчас делают, чуваки, этот гол.
И, ну, конечно, Цыганкович, Цыганкович просто батя. Но здесь отдает вот этот, не пойми как его, на Дениса. Денис идеально скидывает просто на Цыганкова. И Цыганков понизу пробивает. В очко, не? Нет, под ногой просто четко, прям под штангочку ложит. Чуваки, Виктор Цыганков, 66-я минута, забивает баночку. Красавчик просто, 65-я. Опаснаденечко тащит. Здесь Бойко, Бойко вовремя. Чуваки, включаются в игру. Опасно, очень опасно. Все, чуваки, все. Выходим мы в финал. Блин, это было шикарно. Ну, как бы, я считаю, что дебют у пацанов удался. Просто на все 100%. Давайте посмотрим оценочки. Эммануэль Денис 9,1. И у нас 8,5 у Забаслава. Да? Забаслай. 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 Итак, чуваки, по составу сразу, давайте сразу мы Кидзёру, сразу Кидзёру ставим на позицию Караваева. И я предлагаю все-таки дать дебютировать Ампаду. Вместо кадра пусть выходит. Вот. И я думаю, даже можно было бы вместо Шепелева поставить Шапаренку. Почему бы и нет? Вот, дадим Шапе отыграть этот поединок. Итак, чуваки, финальный поединочек против Норвича. Матч, который может быть решающим в нашей карьере, чисто по причине того, что это первый трофей, который мы должны поднять, наконец-таки, над головой. Но это пока месть рано радоваться. Мы знаем, что в финале, чуваки, будет очень-очень сложно. Это совсем другая уже история. Поэтому давайте сейчас настроимся. Знаете, красная формочка у нас синяя, легендарный уровень, 4 минуты. Состав наш вы видите на своих экранах. Дебют будет сейчас Ампаду, вот, который должен себя проявить. Я знаю, что этот игрок вообще просто бестяра в этой фифе. Выйти, выйти, выйти. Спокойно, Ампаду. Ампаду хорошо. Просто хорош. Вот тут скидочка, просто шикарная. И давай, решить, решить, решить. Блин, какой моментище у Дениса. Пас, какой пас! Какой пас идеальнейший был! Хорош, очень грамотно отыгрывают ребята. Вообще круто, круто. Смотри, здесь увидел, отдал на Цыганковича. И тот в дальний ложил с левой, но кипа тащит. Вот так, отлично. И вот скидочка. И реши, какой удар! Ой-ой-ой! Что ты делаешь, бля? Ты что делаешь-то такое? Вот это да! Охереть! Просто охереть! Бляха, какой голешник, чуваки! Вот это да, бляха! Вот это реально аплодисменты! Вот это гол! Офигеть, Доминик забивает! Блин, 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 блин! Стой, 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 стой! Ампаду, Ампадушка! Ампадушка, нет! Офигеть, офигеть! Твою мать, ну это все, это банк. Нет, Бойко тащит. Фу-фу-фу, Денька хорош. Чуваки, первый тайм заканчивается. Это просто голешник. Я не знаю, гол просто пушка. Я не знаю просто, как это описать, но это было просто космически. Мы побеждаем пока месть 1-0. И в принципе, вы статистику видите на своих экранах, равная плюс-минус. Но я надеюсь на то, что мы все-таки дожмем их. Спокойно, спокойно, спокойно. Кидзёра, да что, твою мать, происходит? Держим, держим, Бурда, Бурда, держи буки, держи буки. Спокойно, спокойно. Фу, Бойко. Бляха, пуки этот, конечно, парень, да, еще тот. Ампаду, Ампаду. Бойко, хорошо. Хорошо, чуваки, хорошо. Нет, 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 не дать, не дать, не дать. Фу, спокойно, спокойно, чуваки, спокойно. Вот так, хорошо. Сид прошел, какой проход. Красавчик свеженький. Все, фол, фол. Фол, рэп! Там был фол, между прочим, это пенальти. Но хрен на него. 0-1, ребята, побеждаем мы благодаря голу Доминика, забитому просто в шикарнейшем вообще исполнении. Просто у меня вот до сих пор голова кругом от такого гола. Чуваки, вот он наш первый трофей. Первый International European Cup трофей. Фу, чуваки, это было сложно. Это было очень напряженно. Это было реально круто. Потому что это максимально эмоционально. И я считаю, что Динамо Киев действительно заслужила, чуваки. Заслужила. Давайте на счет три. Раз, два, три. Хорошо.
Хорошо, поздравляю, ребята, поздравляю всех болельщиков «Динамо» с заслуженнейшей победой и с очень шикарными трансферами. Я предлагаю вам сейчас проголосовать в интерактиве, который находится выше, вот здесь, вот, вот, вверху, вот, 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 вот здесь, вот, видите? Вот здесь интерактив. Проголосуйте. Как вы думаете, как прошло наше трансферное окно? Это было идеальное трансферное окно или же все-таки плохое? Оцените, пожалуйста. И очень хороший дебют, я считаю, был у Ампаду. Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам дебют наших ребят. Обязательно проголосуйте и напишите в комментариях. Вот прям обязательно. Красиво смотрится, не так ли, ребят? Поздравляю, поздравляю еще раз с победой всех болельщиков «Динамо». Очень удачное начало карьеры, очень удачное начало с трофеем. Поэтому, ребят, я думаю, что настрой команды должен уже быть приподнятый. И давайте сейчас смотрим офис. Чуваки, у нас еще 13,3 миллиона. Я хочу обратиться к каждому из вас за одной маленькой просьбой. Чуваки, у нас еще все равно очень жестко проседает центральная зона. На позицию Буяльского, ну, Шапаренко, Буяльский, нам нужен еще центральный полузащитник. Каждый, ребята, напишите, кого бы вы хотели видеть молодого, перспективного в нашей команде. Нам нужно усиление по-любому, потому что впереди Лига Европы, и нам нужно усиляться, чуваки. Поэтому, ребят, каждый из вас, напишите, пожалуйста, кого бы вы хотели видеть в команде. И на этом мы будем, ребят, заканчивать наш видеоролик. В принципе, получился очень плодотворно. Мы взяли первый трофей. Вот. И в следующей серии мы закончим с вами трансферы. И уже начнем долбить чемпионат Франции. И я думаю, что сможем мы добиться многого с такой командой. Всем спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто смотрит мои видосики, ребят. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно влепите палец вверх. С вами был Илья. Всем спасибо, всем удачи, всех обнял.